Этот день для нашего центра является знаковым событием. Сегодня мы вручаем ключи от новых квартир. В Уссурийске 25 семей военнослужащих получили ключи от служебного жилья. Этот дом на 33 квартиры строился 2 года. 2000 квадратных метров введены в эксплуатацию. На церемонии вручения ключей присутствуют еще не все новоселы. 6 военнослужащих находятся на выполнении боевой задачи. Желаю вам здоровья, любви и благополучия новой квартиры. Поздравляю. Все квартиры, 8 трехкомнатных и 25 двухкомнатных, полностью готовы принять своих хозяев. В каждом помещении сделан косметический ремонт. Уложен ламинат, везде натяжные потолки, плитка, новые двери и, конечно, семейный очаг, плита и вся необходимая сантехника. Раковина, ванна, водонагреватель. При строительстве подумали обо всем и даже учли погодные условия. Очень дожди много летом, соответственно, подтапливается жилье, бывает. Вот, чтобы избежать, здесь в доме сделана дренажная система, которая позволяет остаться сухим. Даже в период сильных дождей в этом году, в августе, подвал был полностью сухой. Самые большие квартиры многодетным. Алексей и Тамара Круш отдельную квартиру ждали долгие годы. По старой армейской традиции ютились в общежитии. Сейчас неудобства позади. Мы жили вот в общежитии, в одной комнатке. Ждали сколько. Мы здесь живем 6 лет. И у детей свои комнаты будут наконец-то. Они тоже очень рады. Самое главное – балкон. Очень красивый. Тоже очень хотели балкон. С балкона новоселов видна новая детская площадка. Скоро на ней будет шумно. Большинство жителей этого дома – семьи с детьми. Служебным жильем должны быть обеспечены все российские военнослужащие, проходящие службу по контракту в вооруженных силах. И эта программа в Приморском крае успешно реализуется.